С 11 по 14 марта в РУЗе проводились соревнования по плаванию в рамках первенства Московской области среди мальчиков 2005-2006 годов рождения и 2007-2008 годов рождения. Девочек 2007-2008 годов рождения и 2009-2010 годов рождения. Сборная Одинцовской спортшколы Олимпийского резерва заняла в общекомандном первенстве 5 место из 47 команд. Отличились девочки. Варвара Веременникова заняла 2 место на дистанции 50 метров и 2 место на дистанции 100 метров брасом. Веременникова Анастасия сумела завоевать 1 место на дистанции 100 метров баттерфляем и 3 место на дистанции 200 метров в комплексном плавании.